День добрый, друзья, читатели и зрители Sport UA. Меня зовут Татьяна Ящук, а у нас сегодня в гостях, ну не будем перечислять все ваши регалии, а самое главное, наверное, самое важное для нас, чемпион мира 2015 года, фехтование на шпагах, самое главное в Москве, Богдан Никишин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы начинаем с того, что наш гость говорит приветственное слово. Собственно, все, что хочется сказать вашим болельщикам, тем, кто задавал вопросы, возможно, вот есть какой-то такой порыв. Ну, хочу еще раз всем сказать здрасте и хочу напомнить о том, что наша команда сегодня, как вы только что сказали, в этом году с чемпионата мира привезла золото. Хочу напомнить всем, что это первое золото по фехтованию на шпагах среди мужчин в истории независимости Украины. Также очень приятно, что это золото мы привезли в 2015 году. Почему? Потому что это год лицензионный, это разыгрываются путевки на попадание на Олимпийские игры. И победа на этом чемпионате мира дает большие шансы нам для завоевания лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Поэтому я хочу всех с этим поздравить, с этим событием. И я надеюсь, что все-таки для Олимпиады попадем и будем представлять нашу страну в Рио. Мы вас тоже хотим поздравить с этим лично, спасибо. Как-то так не получалось, но тем не менее, спасибо вам огромное за эту медаль. Наверное, это такой еще раз виток получился интереса к шпаге, к фехтованию. В принципе, вы это заметили, что стало как-то больше интереса к вашей персоне, к команде. Возможно, финансирование появилось. Ну, к сожалению, наверное, по финансированию это пока не очень заметно, хотя тоже, наверное, это не совсем так. Это опять-таки лицензионный год, и у нас появились шансы на попадание в Рио-де-Жанейро, поэтому к нам сейчас повышенное внимание со стороны министерства, со стороны финансирования, со стороны того, что мы хотим для подготовки к Олимпийским играм, нам все это позволяют делать. И мы подготовили план подготовки, который будем использовать, и все средства, и пытаться в своей максимальной форме подойти к Рио-де-Жанейро. То есть все-таки с господином Ждановым, министром спорта, встречались, руку жали, и он вам что-то дообещал? Нет, лично с ним мы не встречались, но наш отдел фехтования говорит о том, что финансирование будет, средства будут для того, чтобы подготовка прошла на высшем уровне. А вот чего не хватало, вот вы говорите, вот сейчас вы уже составили план и обещают, что все будет на уровне. Чего не хватало перед подготовкой к чемпионату мира в Москве? Тоже все, в принципе, было нормально, все было сделано, все было до конца доведено, но конечно же, в нашей стране, к сожалению, не только это касается фехтования, это касается других видов спорта, возможно, кроме там футбола или каких-то других видов спорта. Конечно, хотелось бы больше внимания со стороны государства именно к спорту, потому что, допустим, на чемпионате мира в Москве были разногласия такие полностью. Мы даже не смогли нашей сборной, четыре человека, выйти на пьедестал, на высшую ступеньку пьедестала в одинаковых костюмах, к сожалению. Штраф, кстати, заплатили все-таки за... Штрафа никого не было. Все это прошло незамеченным. Или с пониманием отнеслись Международная федерация. Штрафа никого не было. Все это прошло спокойно. Без штрафа, без ничего. Но со стороны смотрелось это не очень красиво. Скажем прямо. Ну так сейчас уже, когда все-таки народ увидел, теперь-то вам выдали костюмы хотя бы одинаковые? Ну я надеюсь, что на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро мы получим форму уже одинаковую, это точно. Ну, экипировка выдается не так часто. К чемпионату мира в последнее время она уже не выдается, к чемпионату Европы тоже не выдается. В основном мы получили последнюю экипировку, допустим, это перед Европейскими играми в Баку. И я надеюсь, что на Олимпийскую игру все-таки наша страна экипирует всех в одинаковую экипировку, еще немаловажно по размеру. А что, бывало так, что не по размеру? К сожалению, бывает так, да, что приезжаешь, а размеры не совсем твои, и приходится из этого положения выкручиваться. Ну, мы верим, там же Андре Тан занимается, так что давайте будем верить, что будет все и красиво, и качественно. На самом деле, говорили очень много о том, что вот подвиг совершила команда Украины. Вы вообще прочувствовали, что да, действительно был подвиг? Потому что вы много говорили в интервью о том, что победа закономерна, вы были уверены, ну, все просто сложилось, звезды сошлись. Она все-таки, вот уже когда прошло 2,5 месяца, переосмыслили, как? Подвиг? На самом деле подвиг. Я же еще раз повторюсь, что это первое в истории золото для шпаги, для команды соревнований. И произошло это опять-таки в лицензионный год. Да, это подвиг. Мы, сборная Украины по шпаге среди мужчин, считается сильной командой в мире. Мы занимаем высокую сегодня третью позицию в мировом рейтинге. Сегодня третью позицию мы занимаем в мировом рейтинге. Но в
фаворит – это, бесспорно, сборная Франции. Это команда, которая выиграла за последнее время не только три последние Олимпиады, но и выиграла, наверное, это получается у нас было, если три Олимпийских сезона, 12, из 12 и 11 чемпионатов мира подряд выиграла она. Поэтому она, естественно, считалась фаворитом. Перед чемпионатом мира в Москве, допустим, я, конечно, задачу минимум, это вообще ставили минимум, попасть в восьмерку, это минимум. Очень сильно хотелось попасть в четверку. Почему? Потому что это бы давало бы шансы для завоевания лицензии в Рио-де-Жанейро. Ну, попав в четверку, знаете, как аппетит приходит во время еды, да, и в 1/4 финала мы очень тяжело и с трудом прошли сборную России, там такой был поединок, ну, во-первых, все трибуны болеют против нас, это естественно, это нормально, мы фехтовали в России, все болели за своих, и мы по ходу встречи проиграли 9 уколов. Такие встречи, скажу так, уже мало кто верил, что мы сможем в этой встрече ее перевернуть и победить, и нам это удалось, и на это, наверное, после этой встречи мы больше поверили в себя, что мы можем. Все, и дальше обыграли сборную Италии, и тем самым выиграл этот чемпионат. Ну вот вы говорили о том, что Франция фаворит, вам не удалось все-таки с французами встретиться, но тем не менее, ну, хотелось, вот это как-то подстегивает, вот если бы не итальянцы, а французы, все было бы так же, как вам кажется? Спорный вопрос. Сложилось так, как сложилось, и сложилось для нас удачно, а знаете, как чемпионов не судят. То есть в этот день было так, но за месяц до этого мы на чемпионате Европы и проиграли Франции, сборной Франции за выход в одну финал, за выход в финал мы проиграли, затем уступили в сборной Швейцарии и заняли 4-е место на чемпионате Европы. И к чему я говорю, вот мы на чемпионате мира с русскими проигрывали 9 уколов, и смогли эту встречу переломать и выиграть. А так же самое мы у французов ввели 9 уколов на, за выход в финал на чемпионате Европы, и французы смогли переломить. То есть, ну, сегодня можно сказать так, что мы относимся к одним из мировых лидеров мирового фехтования. И поэтому там на том уровне уже решают какие-то мелочи, все. И выходя на встречу, допустим, со сборной Франции, я думаю, уже сегодня люди будут говорить, что не будет говорить однозначно, что может выиграть только Франция. Может выиграть и Украина, может выиграть и Франция. Так все-таки какой поединок вот был такой самый, возможно, сложный? Вы говорили о России, а в финале было меньше напряжения? Нет, тоже напряжение было сумасшедшее. Вот три встречи, это Россия, это Италия, это Корея, это все три встречи, которые складывались, и буквально судьба этих встреч решалась в последнем поединке. Поэтому эти встречи были с максимальным напряжением. До последнего боя было непонятно, кто выиграет. Исход поединка решался в последнем бою. Я эти встречи заканчивал, и я очень счастлив, что мне удалось закончить их в пользу нашей сборной. А вот было очень много, говорили специалисты о том, что все-таки вот этот вот финальный поединок, ну, он не очень понравился зрителям, и что такой пассивный ход вообще всего этого матча. Насколько вы считаете, что вот такая тактика была оправдана? Потому что ведь хотелось, ну, это так говорят, шашки наголо, да, и все-таки выиграть эффектно. Или все-таки вы, ну, несколько вот так вот были осторожны, специально было так выбрано? Да, это была тактика, которую нам сказал выполнять наш старший тренер, старшая сборная наша Владимир Васильевич Станкевич, и она удачная, уже об этом никто не спорит. Знаете, вот итальянцы играют не в очень красивый футбол, да, они играют от обороны, они чемпионы мира, потом двукратно или за последнее время, да. Также здесь для зрителя, может быть, это было не совсем красиво, для человека, который не совсем разбирается в фехтовании, может быть, даже было скучновато, но для людей, которые знают фехтование, понимают фехтование, для них это была тактическая борьба. Они это видели, мы выполнили установку тренера нашего, и результат всех наш. Все довольны. Да, все довольны, поэтому, значит, было сделано все правильно. Сейчас уже как вот вспоминаете пьедестал, гимн Украины в Москве, мурашки бегают. Какие эти эмоции? Ну, эмоции, да, не передать словами, конечно, очень приятно было. Знаете, вот очень приятно было на самом деле, когда мы отфехтовали с Россией, как мы сегодня говорили, и весь зал болел против нас. Это нормально, потому что это было в Москве, и мы фехтовали с русскими. Но затем уже, когда мы выиграли в России, фехтовали в полуфинале, в финале с Кореей, то уже нас поддерживали россияне, нас поддерживал зал, болели, ну, как бы за русскоязычных, скажем так. И когда
поднимался в флаг, ну, обстановку все, ну, что-то это в Москве и так далее и тому подобное, хотя тоже это немаловажно. Мы смогли именно в Москве это сделать, именно в Москве победить не только русских, но и поднять наш флаг, и прозвучал наш гимн, да, в этой стране. Ну, эмоции зашкаливали, было очень приятно, и первое время, первые там несколько часов даже не верилось, что мы смогли это сделать. Ну, сегодня мы уже это понимаем, что это есть, да. Вы финальный поединок пересмотрели, уже для себя какие-то там выводы сделали, как нужно, что? Ну, я долго его не мог смотреть, вот не был готов внутренне к этому, а вот недавно мы собирались с ребятами, с нашим тренером и просмотрели финальные встречи и финальный поединок в частности. Сделали, да, какие-то Главный выводы. Тренер все-таки что-то там, да, напихал, как говорят, или все-таки сказал, что, ребят, ну, результат того стоит? Ну, результат, конечно, того стоит, но ошибки он видит всегда, и, конечно, мы обсуждали это. Если бы ошибок не было, то неинтересно было бы дальше фехтованием заниматься, да, поэтому будем работать и исправлять их. А вот вас спрашивают, Богдан, как вы оцениваете шансы повторить успех этого года на играх в Рио? Ну, мы выиграли в этом году чемпионат мира, да, а в Рио-де-Жанейро будут все те же люди, все те же команды, все те же, новые, за год уже фехтовальщики новые не появятся, поэтому если мы могли сделать это сегодня, то шансы есть, и мы будем стараться использовать их максимально. И то же самое, такой же вопрос у вас по индивидуальному зачету, вот насколько вам важно именно выступать в индивидуальном зачете и быть вот лидером не в команде, а, собственно, одному подниматься на пьедестал? Ну, вот если говорить, допустим, о Олимпиаде в Рио, да, то, допустим, там будет два шанса, да, попасть, завоевать медаль. Это в личном первенстве и в командных соревнованиях. Личные и командные соревнования – это абсолютно двое разных соревнований. Там фехтуем до 15 уколов и по олимпийской системе. Здесь до 45, то есть каждый с каждым на 5 уколов. Поэтому как бы это два разных соревнования, я всегда со своей стороны пытаюсь выкладываться максимально и там, и там. Но допустим, комфортно вам где? Ну вот когда вы в команде, все-таки какая-то такая общая ответственность, или вы когда Это разные ощущения. Скажем так, что я не скажу, где комфортнее, я знаю, что скажу так, что с командой все-таки мы больше добились медалей именно не с Кубков мира, не этапов Кубка мира, которые как бы особенно вообще не котируются в нашей стране, к сожалению. Хотя в других странах я не. А с командой мы достигли больше всего медалей с чемпионатов Европы, чемпионата мира. Так все-таки на Рио как вы себя оцениваете в личном первенстве? Ну, шансы есть всегда. Я буду отдаваться максимально как в личных соревнованиях, так и в командных. А есть именно соперник, который для вас абсолютно неудобный? Вот как для команды, допустим, там Швейцария, с которой как-то не особо получается, наверное, хотя по-разному все тоже бывает, а вот для вас лично? Ну, есть соперники, есть кореец один был, которому за сезон проиграл там три раза в сезоне, проиграл достаточно много. В прошлом году я французу проиграл тоже три раза за сезон, это тоже достаточно много. И на Европе последнее ему в личных проиграл. Но я надеюсь, что, знаете, как Бог любит троицу, три раза проигрался, на этом хватит. Мы будем встречаться однозначно с этими ребятами уже в следующем сезоне. Ну, мы работаем, выводы сделаны, будут новые бои, мы будем пытаться побеждать. А вы говорили, не котируются, собственно, этапы Кубка мира здесь в Украине. Вы имеете в виду, что призовые не выплачиваются или каким образом? Да. Ну, как бы, с этапа Кубка мира медаль, это здорово, но вот это просто здорово для тебя. Допустим, другие страны поощряют своих спортсменов за медаль с Кубка мира. Другие страны поощряют своих спортсменов за 8 первые мест, 12 первые мест чемпионата мира, чемпионата Европы. Угу. В каждой стране по-разному. У нас в стране, к сожалению, видят только золото, серебро или бронзу. Только медаль поощряется и только с чемпионата мира, только с чемпионата Европы или Олимпийских игр. Угу. А получили призовые, собственно, за чемпионат мира или как обычно у нас все откладывается? Ну, от страны пока ничего. От страны пока ничего еще, да. Ну, так это там есть у вас какое-то, ну, уже есть распоряжение министерства или там должно быть? Я думаю, что приказы все готовятся, и они рано или поздно эти призовые выплатят. Пока на сегодняшний момент, ну,
всегда выплачивали, скажем так. Я надеюсь, что в этот раз не будет исключением. Кстати, вот спрашивают опять вас таки, создало ли государство хотя бы минимальные необходимые условия для подготовки к играм? И просто вот как-то постоянно возникает этот вопрос, ну, не, конечно, не о фехтовании, но, допустим, вот у Олега Верняева, у которого нет ковра на базе в Конча-Заспе, и он обычно, постоянно, уже несколько лет к ряду говорит об этом, и тем не менее все равно ничего не происходит, не сдвигается. У вас как с экипировкой именно вообще, ну, не в плане костюма, конечно, а в плане спортивной экипировки, и, ну, действительно есть вот что-то такое, что, ну, не хватает, вот нужно говорить об этом постоянно государству, постоянно делать. Проблем на самом деле очень много хватает, действительно есть проблемы и в экипировке, и не только. Само у сборной Украины нет своего фехтовального зала. Мы постоянно тренируемся на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Всячески фехтовальщик, директор этой базы Гуцать Вадим Маркович всегда идет на встречу, всегда во всем помогает, потому что он любит фехтование, он сам фехтовальщик, конечно. Он олимпийский чемпион. Но, к сожалению, вот нет фехтовального специализированного зала на Олимпийской базе. Мы вынуждены постоянно тренироваться в разных залах, носить свои дорожки, перекладывать их, приклеивать. Вот уже большая проблема. Угу. Фехтование не самый последний вид спорта по достижениям своим за последнее время в Украине. И еще я помню в 2004 году, в 2008 году после Олимпиады в Пекине, когда девочки наши саблиски выиграли золотые медали. Ющенко тогда пообещал построить зал фехтования на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Ну, уже 2015 год, и зала нет. Это такая самая глобальная проблема, что у нас даже нет специализированного зала на сегодняшний момент. А вы, кстати, вы про девочек саблиск вспомнили. У нас есть вопрос, удалось бы вам победить Олю Харлан? Ну, хороший вопрос, да. Ну, к сожалению, наверное, это невозможно. У нас мало того, что немножко разный пол с Олей, да, так у нас еще разные виды оружия. Но если пофантазировать и представить, давайте скажем так, у нас бы была ничья. Не поддались бы Оле все-таки. А в принципе, как вот так вот сложилось, что вы выбрали именно фехтование на шпагу? Как так вообще к вам пришло, что вы хотите заниматься профессионально? Есть у нас вопрос, кстати, как вы начинали свои первые шаги в спорте, как пришли в фехтование и, собственно, вид оружия, как так сложилось? Все случайно. Я когда до того, как прийти в фехтование, я в фехтовании вообще там не знал ничего, кроме того, что там смотрел какой-то фильм по телевизору и так далее, и тому подобное. Это было в 5 классе. Я просто случайно там, в школе заглянул в зал, там шла тренировка по фехтованию, меня тренер увидел, говорит, приходи. Я, ну, думаю, не хотел даже туда идти, получается так. Ну, там ребята, там, девочки с класса, с параллельных классов, пошли мы как-то так все вместе туда, начали ходить. Это был такой замечательный тренер на Украине, Белокопытов Алексей Георгиевич. К сожалению, он уже лет 15 как не живет в нашей стране. Сейчас он находится в Израиле, проживает. Очень хороший тренер, заслуженный тренер Украины. Вот он, я к нему пришел, как-то попробовал раз, два, три, потом, наверное, как-то затянуло, не знаю, начали какое-то соперничество между одноклассниками своими. Ну, я не видел себя профессиональным спортсменом, это однозначно. Как бы я смотрел на людей, которые были с высоким результатом на тот момент. Мне, конечно, хотелось, но мне казалось, что это невозможно. Ну так год за годом своими шагами. Так, а когда был вот этот момент, когда вы все-таки поняли, что не хотели, а вы профессиональный спортсмен, и что этим будете зарабатывать себе на жизнь? Ну это, наверное, где-то 2000 год, это переломный момент, когда я начал попадать в сборную страны. Угу. Получается, я первый раз попал в призы на чемпионате Украины, меня увидели, начали приглашать на сбор. Это, наверное, с этого момента как-то оно что-то начало получаться и стали идти вперед. А ваши родные родители не были против того, что вы вдруг спортсмен профессиональный? Как была эта поддержка именно изнутри семьи? Да, они меня всегда во всем поддерживали, но тоже можно понять, что им не совсем легко. Почему? Потому что там маме сына, да, там жене мужа дома, к сожалению, не так часто получается быть, как хотелось бы, поэтому им тяжело, наверное, но они всегда во всем поддерживают. Спрашивают вас, какими основными качествами должен обладать спортсмен, чтобы достичь успеха вот в вашем виде спорта? Какие вам черты характера помогают побеждать в фехтовании? Я думаю, что не только фехтование, но и в любом виде спорта надо трудолюбие. Надо проводить много времени в зале, надо работать над собой, совершенствовать себя. Если только ты целеустремленный человек, если только можешь
если что-то не получается, отработать это до такой степени, чтобы это начало получаться, только тогда возможно какой-то успех в любом виде спорта, а не только фехтование. У вас, кстати, какой график? Вот вы сколько тренируетесь? Ну, выходные вообще есть? Воскресенье, да. Воскресенье – это выходной стабильный, ну, кроме соревнований, когда, когда соревнования могут выпадать на этот день. А так, ну, допустим, в последнее время мы тренируемся основную свою часть времени – это на олимпийской базе в Конча-Заспе, о которой мы сегодня говорили. И там у нас по 2-3 тренировки в день. Кроме воскресенья. Воскресенье – законный выходной. А кроме вот именно занятий, собственно, фехтованием, у вас есть какие-нибудь еще, ну, бассейн, не знаю, бегаете, что еще? Сколько вообще спорт занимает в 24 часах в сутках? Я же говорю, на олимпийской базе в Конча-Заспе мы утром, у нас зарядка, и затем две фехтовальные тренировки. Ну, это занимает достаточно большой объем времени. Целый день практически занимает, потому что между тренировками тоже надо отдыхать и восстанавливаться. А когда я нахожусь вне олимпийской базы, я тренируюсь каждый день по 3 часа, допустим, в день. А есть какой-то специальный режим вот именно питания у фехтовальщиков, возможно, что нужно, что не нужно, что себе позволяете и что нет, никогда Богдан не скушает? Не, ну, такого особого критерия таких нет, но есть, конечно, какие-то восстановители, опять-таки, в силу недостаточного внимания со стороны государства к нам, то мы на олимпийской базе, допустим, в Конча-Заспе, там не хватает восстановителя, ничего не хватает. Там, кто покупает сам, кто каких-то спонсоров ищет, с этим, конечно, проблема есть, поэтому спортивное, вот именно со спортивным питанием есть большие проблемы, которые мы покупаем все сами. А это если говорить, ну, это какая сумма, в какую сумму это выливается у вас вот ежемесячно, спортивное питание, которое вам необходимо? Ну, по-разному, я же говорю, знаете, там последнее время вот министерство перестало выдавать нам восстановительные средства, витамины, их приходится покупать, потому что без витаминов спортсмену любому тяжело будет, надо восстанавливать, поддерживать своего организма, в тонусе держать. Поэтому нам приходится их самим покупать. Я не скажу, что со стороны государства нет никакой поддержки спортсменам. Нет, она есть. Она есть, это будет неправильно, это будет некрасиво с моей стороны, если я скажу, что он нас не финансирует полностью. Такого нет. Нас финансируют, но недостаточно в объеме, понимаете? Ну вот если вы говорите, покупаете витамины себе сами, ну то, конечно, какой-то резонный вопрос возникает по поводу допинга. А вдруг что-то там с той витаминкой, да не так. Кто это вообще все проверяет? И ну, вы можете брать на себя такой ответ? Ну, во-первых, за столько лет мы уже знаем, какие препараты можно принимать, какие нельзя. Во-вторых, есть врач, доктор команды, которому, если ты сомневаешься в том или ином препарате, звонишь ему и спрашиваешь, он состоит там в этой антидопинговой комитете в этом, и он разбирается в тех или иных препаратах. Ваше имя и звание пытались ли использовать политики в своих целях и пиариться на вашей победе, спрашивают вас? Да нет, такого, наверное, не было. Такого не было. Вот, допустим, после победы там, в городе, в моем Петровске, откуда нас встречали, там заммэра города, ну, никакого пиара не было, это просто были поздравления искренние, за что ей огромное спасибо. Это Зайцева Ирина Георгиевна. Встретила, поздравила. Никакого корости в этом не было. Но тем не менее, ваше имя вам помогает? Вот там же, также в Днепропетровске, возможно, узнают, или когда вы открываете какой-нибудь кабинет, и вам помогают. Ну, как оно работает? Да, немножко есть такое, да. Днепропетровские меня немного знают, да, и иногда бывает так, что это идет на пользу. Ну, вам такая, как бы, ну, льстит, возможно, такая вот, ну, слава, не слава, или вот такой вот интерес к вам, или все-таки... Ну, то, что сидит, мне просто самому приятно о том, что я смог в спорте что-то добиться, люди об этом знают и понимают, насколько это тяжело, и интересуются этим. Вы тоже говорили, что, ну, вот, были у вас такие мысли о том, чтобы заканчивать карьеру и, в принципе, переходить как-то более, наверное... легкой жизни, да, или потому что это все-таки сборы, постоянные тренировки. А вот сейчас уже какие такие мысли? Отвеялись, отсеялись, еще Рио, да и все, или как? Ну, сегодня, да, все мысли только о Рио. Я надеюсь, что уже никаких сбоев не будет, что наша сборная попадет все-таки в Рио-де-Жанейро. Об этом мы можем говорить уже в марте. Почему? Потому что лицензионный отбор заканчивается в марте. Да,
Я много раз хотел уходить из спорта, но, знаете, вот последние европейские игры, которые были в Баку сейчас, в шпаге мужской выиграл Иван Тревеха. Это такой, он из Кубы сам, да, сейчас во Франции 40. Живет. Ему 41 год. 41, да. Вот. Нет, ему 43 года, ему 43 года. А вот чемпионат мира последний выиграл и венгер Имре Гезе, ему 41 год. Да. И так как бы еще можно не уходить, можно фехтовать, несмотря на них, да. Ну, на самом деле, сегодня я об этом не думаю. Сегодня я думаю все-таки о подготовке и выступлении в Рио-де-Жанейро. Что будет потом, посмотрим. Ну, наверняка же все-таки задумывались вот до вот этой вот медали в Москве, чем заниматься дальше. Вас прельщает все-таки вот тренерская работа или, возможно, менеджер, может, федерацию зовут? Были какие-то такие предложения? Ну, опять-таки, сегодня здесь действующие спортсмены, да, и об этом безусловно. Говорить еще рановато. Знаете, вот сам с собой разговаривая, думая, анализируя все, я думаю о том, что, допустим, имея такой опыт, да, за плечами, такой багаж знаний, именно, допустим, фехтование, было бы нечестно, наверное, бы по отношению там, к детям не поделиться этим опытом с ними в какой-то степени. Но, опять-таки, в нашем государстве такие зарплаты получают тренера, что это, ну, практически невозможно. Но есть же варианты уехать с тренером в Европу или куда-то еще. Да, есть варианты, есть предложения, ну, честно говоря, мне бы не очень этого хотелось бы. Я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что все-таки мы останемся в нашей стране. Многие, к сожалению, хорошие спортсмены, хорошие специалисты. Их очень много. Они поуезжали за границу и работают за границей. Я надеюсь, что, может, в нашей стране что-то поменяется к лучшему. И люди, которые действительно что-то знают и понимают, смогут работать все-таки у нас. Так откуда вас звали? Это вас как действующего спортсмена звали, пытались вам предложить золотые горы и новое гражданство, или все-таки уже как тренера? И такие предложения были, как тренера предложения. Это в основном Канада, Америка, ну, Казахстан звал, многие страны звали на самом деле. Все-таки останавливал патриотизм или, возможно, предложения были не столь заманчивые? Ну, возможно, как бы эти предложения мною особо не рассматривались. Почему? Потому что все-таки мы родились здесь, мы живем здесь наши семьи, все. Я не знаю, на сегодняшний момент я об этом пока не думаю. На какие доходы вы существуете, спрашивают вас, проводите тренировки, как удается зарабатывать фехтованием на жизнь, вот какие ваши расходы? Все-таки вы так немножко ушли от этого вопроса ранее по поводу питания и витаминов, но сейчас вот конкретно болельщик спрашивает. Ну, в нашей стране, допустим, ну, если не считать там футбол и такие высокооплачиваемые виды спорта, да, взять обычные виды спорта, такие как там фехтование, там, борьба и так далее и тому подобное, то зарабатывать можно. Имея медали с чемпионата мира и чемпионата Европы, тогда ты получаешь премиальные, тогда ты получаешь стипендии и так далее и тому подобное. Ну, а обычного спортсмена не такая большая зарплата. То есть суммы не будете называть? Ну, как бы, да. Спрашивают, а следите ли вы за чемпионатом Украины по футболу? За кого болеете? Какая команда вам больше нравится? Вы тут про итальянцев все как-то говорили. А может, все-таки украинский футбол тоже вам нравится? Я не то, что так прямо слежу, я его иногда смотрю. Конечно, болею за Днепр, за футбольный клуб своего города. Угу. А нравится в последнее время игра Шахтера. То есть болеете за, вот завтра, они послезавтра играют в Лиге Чемпионов с Пари Сен-Жермен, смотреть будете? Да, конечно, обязательно. Может, теперь услышат вас и позовут на футбол, мало ли. Будем передавать Шахтеру привет. Скажите, в фехтовании есть судейские беспределы, предвзятость, спрашивают, как есть в других в игровых видах спорта? Могут ли засудить или просто не дать стать чемпионом? Вот мы же знаем, что такие явления наверняка существуют. Существуют, но это больше касается фехтования сабли и рапиры, почему там тактическая правота смотрится. Судья, да, может иметь право зачитать в одну сторону укол и в другую, в шпаге. Тоже такое имеет смысл, но, к счастью, это происходит не так часто. Очень редко, скажем, такое происходит, и в принципе в основном это происходит из-за того, что бывают некомпетентные судьи там с каких-то
стран вызывают, там, Африки там, или откуда, которые не совсем владеют правилами до конца. Такое, к сожалению, тоже бывает. На чемпионате мира и на высших соревнованиях сезона такого не бывает, а на этапах Кубка мира, к сожалению, такое встречается. С командой Украины такое было, когда вот судья, ну, давал очко в другую сторону? Хотя вы понимали, что там укол был и все сложилось? Было, но такое встречается. Но я думаю, что это больше, наверное, неумышленно, а больше, скорее всего, фехтование – быстрый вид спорта. Угу. Быстрый вид спорта. И в последнее время фехтование только вели видеоповторы, где если какой-то спорный момент, ты можешь обратиться к судье с апелляцией, и судья может пойти и на видео просмотреть этот повтор. А раньше этого видеоповтора не было, и такие моменты действительно встречались. Почему? Потому что очень быстро все, не всегда человек успевает просто увидеть. Угу. А вы, кстати, тоже как-то говорили, что вот именно быстрый спорт, очень непредсказуемый спорт. А вот насколько нужно быть в себе уверенным или неуверенным, чтобы вот так вот очень быть, ну, вот именно готовиться, психологически настраиваться? Потому что может же юноша победить опытного чемпиона мира. Как нужно вот именно настроиться, чтобы быть в себе абсолютно на 200% уверенным, что победа моя? Ну, это сложно на самом деле, и, к сожалению, не всегда это удается сделать. Да? Вот на последнем чемпионате мира нам это удалось сделать все вместе, мы смогли прийти к этой медали. Что касается настроя на соревнования, да, то я стараюсь, допустим, вот именно скажу от себя, я стараюсь быть нейтральным, да, я стараюсь перед соревнованиями там жить обычную жизнь, проживать обычную жизнь. Почему? Потому что все-таки непосредственно поединок, исход поединка будет решаться на дорожке. И за день, за два до этого там переживать то, что будет на дорожке, как это будет происходить, об этом думать, конечно, надо, но переживать это я не склонен к этому. Я спокойно выхожу на дорожки и за 3 минуты боя стараюсь на дорожке именно решить эти вопросы. А именно вот там за час, да, там, собственно, до поединка музыку слушаете, тренера слушаете или вообще, чтобы вас никто не трогал? Мне лучше, чтобы меня никто не трогал. Я стараюсь спокойно сам себя привести в максимальную, да, там, готовность к этому бою и разминаюсь обычно за это время и спокойно настраиваюсь на бой. А если вы вот именно в команде, как со всеми ребятами найти общий язык, чтобы каждый был в тонусе, чтобы каждый был на одной волне? У вас есть какие-то там ритуалы специальные? Там, встали в энергетический круг, сказали, ребята, мы можем? Или как это происходит? Ну да, мы пытаемся подбодрить друг друга перед началом боя. Но вот насчет энергетического круга бывает, становимся, когда, знаете, встреча заканчивается лишь одним уколом, когда сильная борьба, мы стараемся достать их вместе, как-то обняться и свою энергию направить тому человеку, который заканчивает на дорожке, который фехтует на дорожке. Помогает ли это, я не знаю, но... Ну, вам-то должно же, вы должны знать, что вы же заканчиваете, все-таки поединки не один, так все-таки помогает или нет? А вы знаете, вот для меня легче заканчивать поединок, чем смотреть на то, что происходит со стороны, поэтому когда ты там уже в бою, ты понимаешь, что ты выходишь и делаешь то, что ты умеешь делать, и стараешься это сделать максимально на высоком уровне. А смотреть за тем, когда счет сравнивается, то одна команда, то вторая команда в конце, именно на последних секундах там боя выходит вперед, там надо иметь железные нервы. Поэтому мне легче выйти и это сделать на дорожке, чем наблюдать за этим со стороны. А, собственно, кто вот решает порядок, как кто из команды будет начинать поединок, кто, собственно, развивать, а кто заканчивать? Это тренер? Да, или тренер. Это... Тренер всегда решает, записывает порядок боев, ставится с анализирует, какой соперник может заканчивать с другой стороны и ставит людей на завершение. А как вообще в команде складываются отношения? Вы дружите? Это все-таки есть эта дружба среди команды? Или вот вы расходитесь после соревнований и все? Нет, есть общение, но это не означает о том, что вот именно там 4 человека, которые были в команде, прямо не разлив вода и друзья. Нет, у нас есть общение, у нас есть одни общаются с одними больше в команде, другие с другими. Почему? Потому что команда же состоит не только из 4 человек, которые были на чемпионате мира. Это есть еще и лавочка запасных, это есть еще и люди, которые претендуют в сборную и так далее и тому подобное. Мы все дружим, общаемся, но на дорожке, допустим, у нас мы соперники. А когда фехтуем командой, то мы пытаемся как-то объединиться и сделать то дело, которым мы занимаемся. А сколько, кстати, человек вот в команде ездило на чемпионат мира? Вот, ну, кроме именно спортсменов-тренеров, были ли еще там доктора, массажисты, кто еще помогал, кто в команде вообще? Да, конечно. Ездили и доктор, ездили в каждом виду по массажисту. Приезжал 3 массажиста с нами ездило.
на этот чемпионат мира. И по несколько тренеров в каждом виде оружия приезжало, плюс чемпионат мира был в Москве, это не такая уж сумасшедшая дорогая поездка. Угу. Некоторые приехали за свои деньги, люди посмотреть чемпионат мира. Так что поддержка была и все. Поддержка была, да. Ну, не такая, конечно, как у России, да. Но поддержка была. А вариантов, кстати, ну, мечтаете, чтобы чемпионат мира когда-то прошел в Украине? Вот юниорские все-таки чемпионаты проходят, и Европа тоже. В Институте физкультуры несколько раз было. Чтобы вот действительно прошел чемпионат мира или чемпионат Европы в Украине, это в принципе возможно? Чемпионат мира и чемпионат Европы проходили в Украине. В 2008 году. Да, но это сабли, там же правильно? Женская сабля или я что-то сейчас нет, путаю? Нет, проходил это... полноценный чемпионат Европы 2008 года в Палате спорта проходил. Угу. А в 2012 году... В 2012 году, которые были не олимпийские, не олимпийские виды спорта, да, это была женская сабля и мужская шпага в команде. Они были не олимпийскими видами в Лондоне, и для них проводился чемпионат мира, для этих двух видов, именно командные соревнования в Киеве у нас тоже в Палате спорта. Да, это я вас, видите, вовлекла в воспоминания, простите. За кулисами, насколько чистый или грязный ваш вид спорта? Это спорт для богатеньких или любой ребенок может заниматься, спрашивают вас? Ребенок, я думаю, что может любой заниматься. Это спорт достаточно такой недешевый, но на высоком уровне, на нашем уровне уже это стоят и маски денег, и костюмы, и клинки, и шпаги сами все стоит. А ребенок, который придет в зал, я думаю, что на первых порах в зале найдется ему и маска, и шпага, для того, чтобы он первое время позанимался и понял, интересно ему это или нет. Поэтому я думаю, что дети могут спокойно приходить и пробовать себя в фехтовании. У вашего сына маска, шпага в игрушках имеются? Имеются, да. Так он подает надежды или вы не хотите, чтобы он повторял ваш путь? Я его заставлять не собираюсь. Если он захочет, то он, в принципе, знает, куда идти и чем заниматься. Он сегодня ходит на плавание, ему это нравится. Но он еще для фехтования маленький сильно. Он вырастет, если он захочет на видом спорта заниматься, я только буду за. Будете тренировать, вот тут уже как бы не отмажешься, скажем, ну, сына, да. Папа, пожалуйста. Придется помогать, да. Скажите, в последнее время Украина очень сильно, в Украине очень сильно ругают СССР, подчеркивают все плохое, но в то же время мы же все помним, насколько был развит спорт в Советском Союзе, и фехтование в том числе, и по уровню медалей было намного больше, чем сейчас в Украине. Что все-таки изменилось за вот эти 20 лет, в чем причина вот такого провала? Ну, в провала причина, во-первых, то, что развалилась, как говорите, СССР, да, и наша страна стала, выбирала, что сборная со всего СССР формировалась, да, и были самые сильные с такого большого куска. А сейчас формируется это здесь. К сожалению, не хватает средств тоже в Украине на спорт, да. Вот СССР было одно отношение к спорту, сейчас другое отношение к спорту. Сегодня, как мы хотим этого или не хотим, по отношению к спорту, я думаю, что одним из лидеров является Российская Федерация по финансированию спортсменов, по экипировке, по командированию и так далее и тому подобное. Почему? Потому что сегодня, допустим, мы себе можем позволить вывести на этап Кубка мира там 4-5 человек. Россия всегда вывозит максимальное количество людей. У них будут большие премиальные. Поэтому они как-то еще стараются, наверное, эту систему старую поддерживать. И этому налицо количество медалей с любых стартов, это с Олимпийских игр или там с того же там Баку, с того, они все время верхушки по медалям. Вот вам результат отношения государства. У нас сегодня, как сказать так помягче, мне кажется, с каждым годом, не мягко. С каждым годом все труднее и труднее становится заниматься этим. Угу. Почему? Потому что финансирование реально обрезается. Это чувствует. Нас единственное, что сегодня, что государство, вопросов нет, оно нас командирует. И опять-таки командирует только четверку, там, шестерку спортсменов взрослой сборной. Вот сегодня, на прошлой неделе, харьковский спортсмен из Харькова, Ян Сыч, поехал за деньги своих родителей на чемпионат, на этап Кубка мира по юниорам и его выиграл. Ну вот. Государство не то, что не отметило это, а даже не профинансировало его поездку на этап Кубка мира.
А сборы оплачиваются или это тоже вот кончу газ, потренируйтесь, ребята? Или у вас есть какие-то... Нет, сборы нас финансирует министерство наше. И вам абсолютно хватает, потому что многие говорили, вот Юля Ткач, да, Барчиха, она говорила, что она вообще ездит и на сборы за свой счет, и на соревнования за свой счет. Ну и там, если, ну она побеждает, естественно, и потом выплачивает стипендию. Но вся именно эта система подготовки, она идет абсолютно никак не контролируется государством. Ну, к сожалению, несколько последних лет мы выезжаем, совершенно правильно она рассказывает, на все соревнования за свои деньги в основном. Это и потом через ждем эти отчеты в этих 3 месяца, полгода. Но пока возвращались эти деньги? Нет, всегда они возвращались. Такого не было, что они не вернулись, они всегда возвращались. Но бывало, что их ждали больше, чем бы полгода, а вкладываем мы свои деньги. По сегодняшнему курсу вкладывать свои деньги на поездки в Европу или в Америку, мы знаем, какой у нас сегодня курс, это достаточно проблематично. Приходилось отказываться от соревнований именно из-за того, что не было финансирования, не могли себе позволить? Да, несколько раз было. Это была недавно поездка в Ванкувер. Это билет нам стоил только в районе $1000. Угу. Это была очень дорогая поездка. И не первая поездка, которую не считали. Поэтому было возмущение со стороны команды. Но федерация во главе с нашим президентом Гайдаем Павлом Дмитриевичем нашла возможность профинансировать эту поездку. Мы поехали, затем министерство отчитало, эти деньги вернулись. А насколько, вот, собственно, если вы вдруг пропускаете этап Кубка мира или какое-нибудь соревнование крупное, насколько это влияет действительно на рейтинг и команды, и спортсмена, и как это потом должно вот именно дальше уже на последующие старты? Ну, в Олимпийский год это вообще делать нельзя, это понятно, потому что это очки, голы, секунды, конечно, влияет. Я думаю, что несколько этапов Кубка мира пропущенных влияют на рейтинг, а рейтинг влияет на то, что ты потом будешь встречаться на чемпионате мира, на чемпионате Европы или на Олимпийских играх с более сильной командой. Поэтому страны, которые на что-то претендуют, не позволяют себе пропускать какие-либо этапы Кубка мира. А где хорошая школа фехтования сейчас в Украине? В Днепропетровске? И, ну, в принципе... Вот хорошо, вы будете фехтовать еще, допустим, 10 лет, мы вам этого желаем. Но будет ли смена действительно для вот этой команды сейчас, для золотой команды? Есть хорошие ребята, но я надеюсь, что эта смена вырастет, и они дойдут до какого-то уровня. Но сегодня отношение к детскому спорту государства... Я не ставлю каких-то оптимистических надежд в будущее. Почему? Потому что на детский спорт сегодня фехтование практически ничего вообще не выделяется. Вообще ничего не выделяется. Все держится на энтузиазме, все держится на финансировании родителей. Насколько это долго протянет вообще все, и насколько смогут родители нести все это на себе, пока там твой ребенок попадет во взрослую сборную или какие-то хоть финансирования, я не знаю. Пока будущее не очень, мне кажется, оптимистическое в этом отношении, к сожалению. Хотя есть хорошие ребята, и вот я же говорю, вот мальчик поехал и выиграл этап Кубка мира. Это говорит о многом. У нас есть люди, которые могут фехтовать. А у нас вот есть школы, у нас все это есть. Самое сильное, вы спросили, да, школа, ну это однозначно, если брать шпагу мужскую, именно это Киев, Харьков. А по именам можете назвать именно ребят, вот, в которых, ну, вы верите, возможно, вот, может, они услышат и все-таки не бросят и будут тренироваться дальше? Именно вот из молодежи, из юниоров, которые вот-вот уже стучат в национальную команду. Да, ну вот эта молодежь, это команда, которая поехала на универсиаду, которая сейчас была в Корее, они там заняли второе место. Это Ян Сыч, о котором мы сегодня вспоминали, это Владимир Станкевич. Это Юра Тараненко, это все хорошие ребята, которые недавно, кстати, на этих выходных проходил Кубок Украины по фехтованию в Конча-Заспе. Вот вчера были команды, соревнования, он только закончился. И вот Юра Тараненко был третьим на этом этапе на Кубке Украины. Потихонечку, это по-взрослым, потихонечку подходят. То есть есть хорошие ребята. Я надеюсь, что они вырастут до чего-то. Ой, мы тоже, на самом деле, в это очень верим. На самом деле, вопросы от болельщиков закончились. Возможно, есть у вас какое-то вот финальное слово обращение. И к тем же болельщикам, чтобы все-таки поддерживали, приходили, и чтобы вы ощущали действительно эту поддержку. Возможно, к министерству, а вдруг передадим, все-таки услышат нас. Я надеюсь, что все-таки услышат, и все-таки отношения нашего государства будут меняться в лучшую сторону.
я хотел бы обратиться к родителям, да, ко всем, что чтобы вели своих детей на спорт, что ребенок должен заниматься спортом, это не обязательно должно быть фехтование или еще какой-либо вид спорта, но ребенок должен быть чем-то занят и должен постоянно чем-то заниматься. Хочу также сказать, что, вот, знаете, я после победы на чемпионате мира понял, что ничего в этой жизни невозможного нет, чтобы все верили в себя. Всем удачи. Спасибо. Спасибо. Огромное вам.